Библейский портал экзегет.ру представляет. Добрый день. На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем рассмотрение послания к Римлянам святого апостола Павла, 10 глава. Напомню, что в предыдущей главе апостол Павел, ссылаясь на пророческие тексты, говорит о том, что Бога нашли те, кто его не искали. И действительно, язычники как бы не искали Бога, они не знали о едином Боге, хотя эта тема и обсуждалась в греческой философии. И эта ситуация, она действительно ставит вопрос, на который дальше отвечает апостол Павел. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не имея, разумея праведности Божией и усилия поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Итак, действительно, апостол Павел не отрицает, это очевидно, что в отличие от язычников, которые жили совершенно другой жизнью, жизнью, в которой не было Бога, и ориентировались на окружающий мир, а не на его заповеди, и это очевидно. И что же, как бы апостол это все обесценивает, для него это не важно, для него незначимо то, что действительно его соплеменники, они ищут Бога, что они к нему стремятся, что они пытаются выполнить его заповеди. И, конечно, действительно, апостол Павел говорит об этой ревности, но он называет эту ревность по Боге, но не по рассуждению. Почему? Потому что здесь они пытаются усиливать собственную праведность. То есть, другими словами, получается так, что, и мы об этом уже говорили, скрупулезное исполнение всех норм и требований закона, оно приводит не только и не столько к угождению Богу, сколько к тому, что человек угождает сам себе. Он выпячивает себя, это фарисейская надменность, она хорошо нам известна всем из евангельского повествования. И вот против нее и выступает здесь апостол Павел, потому что следование заповедям Божьим, оно не может быть самообслуживанием, и тем более не может служить самовозвышению, ощущение своего превосходства над другими людьми. И вот духовная нищета, она появляется тогда, когда человек принимает все из руки Божией, а не вследствие каких-то заслуг действительных или мнимых. И здесь апостол Павел говорит такую фразу: «Христозакон, да, он заканчивается на Христе, к праведности всякого верующего». И это окончание, оно здесь понимается именно не в смысле просто прекращения, а в смысле превосходства, как бы завершения, достижения совершенства. Да? То есть закон, который все равно был до конца невыполним и неосуществим, он исполняется благодаря вере, благодаря тому, что люди получают праведность и становятся праведностями, но уже не в зависимости от того, выполнили они, не выполнили, достигли или нет, они становятся праведными благодаря тому, что для них совершается Богом. То есть Богу здесь отдается приоритет, Он здесь становится ведущим, а не сам человек. И апостол Павел еще раз это поясняет таким образом. «Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его, человек жив будет им». То есть, сколько человек сделал, да, в чем он преуспел, так он и должен быть награжден Богом. «А праведность от веры так говорит,
«Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и в сердце твоем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Ну, а для того, чтобы понять эту довольно большую цитату, надо понять, что на самом деле здесь, и это видно из текста, Павел цитирует одну из книг, это «Второзаконие». И в «Второзаконии», в конце книги, после того, как Моисей дал своему народу многочисленные заповеди, он говорит о том, что теперь они уже все получили. То есть им нужно для того, чтобы получить заповеди Божии, отправляться куда-то далеко, да, может быть, на небо, может быть, за море. Вот. Все у них уже есть. Бог об этом позаботился. Он все дал им. И эта цитата апостола Павла применяет к нынешней реальности. Он говорит о том, что действительно теперь уже все дано. И Бог все совершил. Он реализовал свой замысел полностью целиком в смерти и воскресении Христа из мертвых. И поэтому нет необходимости ссылаться на то, что что-то человек не получил. Более того, эта цитата важна и потому, что апостол говорит, или кто сойдет в бездну, что есть Христа из мертвых возвести. Эти указания, 10.7, они являются важным свидетельством о схождении Иисуса Христа в ад. Таких, на самом деле, указаний у нас не так уж и много. Наряду вот с этим указанием, Римлянам 10.7, есть указание 4 главы послания к Ефесянам, и есть еще в первом послании Петра, 3 глава, 28-29 стих, тоже более такое подробное, пространное указание на это событие. Итак, апостол говорит, что те, кто сердцем верует к праведности и устами исповедует ко спасению. Итак, праведность, она стала доступной, она стала достижимой. И здесь, конечно, очень важно то, что это исповедание, оно заключается вот в краткой фразе. Надо Иисуса исповедовать Господом. 9 стих. Для нас обращение «Господь», она является чем-то таким известным, понятным. Вот, мы многократно исповедуем Иисуса Христа Господом, но для ранней церкви это не просто было одно из наименований, одно из многочисленных имен, а это было действительно свидетельство веры, потому что Иисус, да, признавался владыкой всего этого мира. Понятно, что сам Христос был невидим, он взошел на небо, и убедиться в этом могли только апостолы, которые присутствовали при Вознесении. Но вот это его вне мирно, это его вселенская власть над всем земным, она являлась действительно средоточием веры ранней церкви, что в конечном итоге все находится в его руках. Да, он был распят в бессилии, в беспомощности, в беззащитности, но он воскрес и вознесся, и его прославленное состояние, оно является свидетельством того, что он Господь. И для нас, хотя эти слова являются привычными и знакомыми, и, в общем-то, мы, по сути своей, им значения-то никакого не придаем, на самом-то деле очень важны, потому что из-за того, что действительно мир, он управляется разными силами. И порой действительно в мире столько зла, столько неправды, несправедливости, что кажется, где же Бог? И
признать, что за этим стоит Господь, не так-то и легко, и не очень просто. Но вот в этом как бы конечная, а может быть отправная точка нашей веры, что все равно Иисус Господь, что бы ни происходило с миром, в каком бы состоянии он ни находился. И вера, как неоднократно уже отмечал апостол Павел, она упраздняет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающий его. То есть нет избрания, он является единственным повелителем и руководителем этого мира. И всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. То есть само призвание Иисуса Христа Господом, оно является гарантией спасения, потому что на самом-то деле это признание уже само по себе выводит человека за границы этого мира. Оно тем самым признает это надмирное, внечеловеческое существование, что за пределами этого мира есть Господь, который миром руководит, да, и его конечная власть, она в этом исповедании признается и провозглашается. Но как призвать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слышали, как слышать без проповедующего? Или как проповедовать, если не будет послано? Другими словами, вот весь этот перечень вопросов, который дальше приводит апостол Павел, это и есть его полемика с теми, кто может, собственно говоря, эти вопросы задать, потому что недоумения, они вполне закономерны. Для того, чтобы человек во что-то поверил, он должен сначала об этом узнать, с этим познакомиться, услышать. Но если он не слышал, можно ли с него спрашивать за его неверие? Можно ли его в этом обвинять? Апостол Павел здесь цитирует пророка Исаия, говоря, как прекрасно ноги благовествующих мир, благовествующих благое. То есть он хочет сказать, что Исаия, он проповедовал, он говорил об этих посланниках, и тем самым Слово Божие, оно провозглашается в этом мире. Миссионеры, они делают свое дело, они рассказывают о Христе, но итог этого провозвестия, он бывает разным. И здесь продолжает апостол Павел, 16 стих. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Действительно, пророки на протяжении своего служения многократно сталкивались с тем, что их провозвестие, их обращение к своему народу, их посланничество, оно порой заканчивалось весьма трагически. Люди не хотели их слушать. И Исаия лишь подводит итог этому многовековому опыту. Но хотя и действительно эта ситуация, ситуация нынешняя, та ситуация, которую апостол Павел описывает, она напоминает то, что было за века до этого. Тем не менее, Бог как бы, он заново пытается обратить Израиль, расположить его к себе, даже хотя и не и отвергли Иисуса Христа, даже хотя он и не был ими принят, они все равно, да, могли услышать о нем. То есть Бог делает повторные попытки, он стучится в эту дверь, которую ему, по сути, не хотят отворять. И он говорит, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до предела вселенной слова их. То есть по всему миру проповедуется Слово Божие, и всякий, кто хочет его услышать, он сможет это сделать. И еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне,
Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Ну, здесь апостол Павел возвращается к тем мыслям, которые он уже высказал ранее. Те, кто, казалось бы, не искал Бога, был далек от Него, вдруг встретил Бога в апостольской проповеди и принял это. А те, кто, казалось бы, были с Богом, да, а они, к сожалению, эту проповедь отвергли. И в этой ситуации она очень интересна. Рассматривается апостолом Павлом. Оно рассматривается не как крах замысла Божия, не то, что Бог потерпел в данном случае неудачу. Как мы видим, как бы это, ведь это личный опыт апостола Павла, который очень хорошо описан в книге Деяний, когда он натыкается на противодействие со стороны своих соплеменников и вынужден свое провозвестие обратить к язычникам. Но принимая его проповедь, проповедь других апостолов и миссионеров, люди, конечно, вместе с этим принимают и многочисленные дары Божии, которые были столь характерны для ранней апостольской церкви. И эти дары Духа, которым люди, которые буквально еще недавно, еще вчера, еще, может быть, какое-то непродолжительное время, ничего о Боге вообще не знали, а то, что Бог их так наградил, должно было бы возбудить ревность у тех, кто всегда был Богу предан. Мы здесь с вами сможем вспомнить, например, притчу о блудном сыне. Да? И действительно, да, то, что получает младший сын, оно возбуждает в старшем ревность, непонимание. И, конечно, все это является любви Божией. Бог хочет всех спасти, потому что закон и следование ему ограничивает замысел о спасении, да, только одним народом, который связан с Богом, Синайским законом. Но вот это непонимание того, что Бог не замыкается, да, что его замысел гораздо шире, что он охватывает всех людей, это является главным убеждением апостола Павла. И как же быть с тем, что одни, да, те, кто с Богом никак не были связаны, перешли на его сторону, а те, кто всегда были на его стороне, в итоге, получается, отошли с него. К чему же это приведет? Чем закончится? И вот ответ на этот вопрос апостол Павел дает в следующей 11 главе.